Всем привет, с вами Фантастик Ют. И сегодня мы будем открывать коробку, будем распаковывать Чику. Вот такую. Я сейчас в отдыхе там. Пока что я вот тут сижу. Хорошо. Ладно. Так, посмотрим сейчас. Ну, выглядит сейчас хорошо, пока что. Чика. А сзади. О, а сзади коллекция. Фокси, Мангу, моя Чика, Фредди, Джебонни, Чика. Называю кошмарная там. Ну, Бонни, вот там. Фокси кошмарная. И Бонни. Сейчас посмотрим. Один-один. Меды и Чика. Ну, сейчас достанем. Вот такая у нас Чика. Посмотрим. Вот так у нас выглядит она. Сейчас. Сейчас посмотрим. О, она бошку свою может поворачивать куда угодно. Тут написано Let's Eat. Три восклицательных знака. Ну, ясно. Крутая. А она руками, ногами двигать может? Нет. Ну, ладно. Посмотрим сейчас тут графику у нее. Получается, тут ее хвостики, волосы такие. Так, тут бровки такие злые. Что такие глаза прикольные, да. Блин. Кстати, если ей, например, там мизинец положить в рот, то кажется, как будто она его ест. Прикольно. Так вот. Ну, прикольно. Тут. Правда, ты чуть-чуть не проработана с том. Ну ладно. Моя оценка от 1 до 10. Наверное, 8. Даже 9. Ну ладно. Хорошая такая. Ну, прикольная. Да, каждый день на море хожу, утром, вечером так, днем, постоянно так, прикольно, что сказать. Ладно, ждите нового ролика, может это еще будет про распаковку, не знаю там как получится. Короче, всем удачи и всем пока.